Здравствуйте, в эфире новости и коротко о главных темах выпуска. Приоритет детству и родовспоможению. В районе идет ремонт детских кабинетов на селе. Ремонт это всегда хорошо. Более комфортно будет, более приятно будут приходить больным. И самим нам приятно приходить на работу в хорошие условия. Их тут быть не должно. Администрация проверила несанкционированную торговлю. В любом случае, вся несанкционированная торговля, она должна быть пресечена. От бака для душа до химического хранилища глава района посетила «Анион». С гордостью говорим о том, что Клин звучит успехами промышленности и экономики. Клинские легкоатлеты отличились на чемпионате России. Очень важный старт, я считаю, для наших ребят и в плане для молодых спортсменов, в плане опыта очень важно.